Так, сейчас у нас Ромочка будет готовить молочный коктейль. Что? Мне? Да. Спасибо, мой хороший. Что он для начала делает? Надо сначала туда. Что сначала надо? Банан. Ух ты ж, банан порезать, да? Поломать. Мы по-простому делаем коктейль. Вот так. Так, получилось? Да. Угу. Так, и потом что еще? Вот что. Рома. А потом еще брать чудо-коктейль молочный, клубничный. Да. А можно я попробую сейчас? Налить потом. Налить? Да. В бананчик. Так, сколько? Вот столько. Сколько, Ромочка, надо? Вот столько. Вот столько? Теперь смешиваем. Смешиваем теперь? Ну-ка. Вот ты не боишься? Сам будешь смешивать? Еще? Мама, подвинь. Мама немножечко страхует. Мама молодец. Давай вместе. Ну, какой вкусный коктейль получается. Ленка? Это для тебя. Для меня? Да. Спасибо, мой хороший. А мы будем смешать это. А ты заменил насадку? Да. А для чего такая насадка нужна? Чтобы это смешать тоже. Чтобы хорошо взбить коктейль? Да. Ух ты! Давайте ну-ка, уже давай. Начинать. Давайте начинать. Пальчик. Хочешь без пальчика остаться? Мне внучок приготовил такой молочный коктейль вкусный. Какой он вкусный. Спасибо тебе, Ромочка, спасибо, я уже пью. Так, все-таки мы сегодня купили в том магазине. Фарточек такой красивенький. Вот такой. Теперь мы будем кулинарные шедевры наши делать. Как я вам? Нравлюсь? Вот. Так, а еще мы что купили интересное? Вот такую сумочку. Такую сумочку в Эльдорадо сегодня заходили. Это для видеокамеры, для фотоаппарата. Здесь мне нравится, что есть много отделов. Сюда положим видеокамеру и фотоаппарат. Здесь есть отдел для флешек, специально для карт памяти. Мне понравилось. И здесь сбоку есть вот такие хорошие отдельчики. Сюда можно, ну, не знаю, ключи, деньги. Все, что хочешь. Проездной, например, положить. И ехать гулять по городу. Достойный вариант. Вот такая сумочка. Ну и тот набор, который я показывала. Мы все-таки Ромульку купили. По шутку. Его запечатали нам хорошо, аккуратненько. Сейчас мы покажем. Вот какая кружечка красивая. С гномиком, да? Какой-то старичок-боровичок. Вот он же. Тарелочка маленькая для второго. Какая красивая. И глубокая для супчика. Вот. Хороший наборчик.